تو ست دارم تو این عمر دوبارم بخوای یا نخوای دلو برات میارم اینو گفتم و میگم بدون تو هم میمیرم تو که نیستی من از کی سراغ تو Дорогие друзья, и сегодня мы обучимся очень прекрасному флоришу, который называется Вотавил. Это вот такой боковой каскад, вы увидели уже в начале. Ну, вот, делаем сначала фару шафл, как ни странно. И, так, перевернули вот сюда, в эту сторону, вот так. Теперь, после этого, так вы берете колоду в такой хват. Если вы левша, то в левую руку, если правша, то в правую. Вы берете так, мизинцем, безымянным, средним вот сюда, а большой наверх, то есть положение вот так. А указательный вот этот, он вот сюда идет. То есть получается вот такая позиция. Вот так. И указательным пальцем чуть-чуть надавливаете. И после этого, как вы взяли колоду в эту позицию, вы берете и чуть-чуть вот так колоду наклоняете и одновременно указательным пальцем вы давите. Покажу, как это выглядит в замедленности. То есть вы давите и вот так спускаете. Но она у вас еще... Это медленно невозможно сделать, так что вы это, ну, ускоряйтесь немного. Так, делайте. Вот. И вы это практикуете, то есть давайте еще раз вот так и вот так. И наклоняйте, указательным давите, а вот эти пальцы вы не расслабляйте, а то у вас все карты, они упадут просто-напросто. И вот так, то есть это быстро только делайте. И у вас карты уже, получается, красиво, так сказать, выезжают. Как это выглядит? Давайте покажу еще раз. В темпе это выглядит вот так. Вот так это в темпе выглядит. И надеюсь, что у вас все получится. И удачи вам. Пока.